Мої вітання. Мене звати Аліна Васильченко і з вами програма «Доброго дня у Вроцлаві». В сьогоднішньому випуску ви почуєте інформацію про пришвидшення видання «Карт побиту». У другій частині – мотиваційна історія кухарки Аліни Пірогової. На кінець – анонс виставки «Локомотива». Запрошуємо до перегляду. Не встиг Новий рік розпочатися, як в Нижньому Сілецькому у Жонді відбулися зміни. Відтепер кожна особа, яка подалася на карту від 1 січня, може забрати готовий пластик майже одразу після отримання позитивного рішення. Нагадаємо, що раніше цей термін займав майже 3 місяці. Будемо злецати продукцію пластикової карти побиту зараз по виданню децизії. Не буде того окресу, який видужав видавання карти, чи взивання сторони о доконання оплати і донесення potwierdzenia zameldowania lub oświadczenia o tym, że życzy sobie kartę bez adresu. Підтвердження оплати за пластик треба буде пред'явити під час отримання карти. При бажанні вказати адресу, варто скласти відповідну заяву разом із всіма документами на першому етапі складання паперів. Натомість, в осіб, які подалися на карту минулого року, цей термін залишається без змін. Целем тих змін є значне приспішення видавання карт. В тій хвилі przeciętnie видавання карти триває около 3 місяці від видання decyzji до можливості odbioru tak zwanego plastiku przez cudzoziemca. Obecnie chcemy skrócić ten okres. Liczymy, że uda się to do około terminu 3 tygodni. Також до відома. Інформація про позитивне рішення буде вислана повідомленням, електронною поштою або ж буде вказана на сторінці ПШИБИШ. Звичайною поштою буде відправлена тільки в тому випадку, якщо особа не забере готову карту протягом 3 місяців від моменту рішення. Вона ласує українців улюбленими національними стравами, а поляків знайомить з нашою традиційною кухнею. Наша наступна героїня – Надія Ілаш-Білоножко. Хоча для більшості вона відома як Аліна Пірогова. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі на наступному тижні. Меня зовут Надя и представляю торговую марку «Алина Пирогова». Это компания, которая производит домашнюю еду, пельмени, вареники, налистники, ну, традиционные блюда славянские. Долго думали, как назвать, чтобы было созвучно и понятно с пирогами, да, на польский лад. И имя Надя как бы не сильно было созвучно с этим. И мою бабушку, которая очень хорошо готовила, звали Алина. Так родилась Алина Пирогова. Ну, нестабильность в стране, хотели чего-то более другого. Казалось бы, как бы в Европе, ну, немножко другой уровень и как бы больше в сторону того, что как бы будущее для детей. Приняли такое решение переехать как бы и поближе к родине, не так далеко по расположению, ну и как бы что-то поменять в своей жизни. Мы ехали изначально сразу же, купив готовый бизнес, рестораны. Попробовали себя в этой сфере, оно не пошло, и мы переквалифицировались, поняли, что надо что-то менять и попробовать другое что-то, и переквалифицировались, и получилось так, родилась Алина Пирогова. У нас получилось очень как бы быстрое решение. Мы к этому как бы мы планировали там на протяжении какого-то времени, что мы будем там куда-то переезжать, но по поводу Польши у нас как бы очень быстро решилось. Гастрономией, то есть ресторанным бизнесом вообще не имели ничего общего, и для нас это было абсолютно новое все. Потому что пробовала себя в других направлениях изначально, и по прошествии времени понимала, что то не мое, она отходила на задний план, и в приоритете была кулинария, гастрономия. Изначально готовила сама, постепенно как бы сформировалась уже команда, потому что спрос растет, и не успеваешь, и как бы постепенно мы уже начали как бы набирать людей и начали работать люди. Открыть несложно, сложно его продержать и развивать. Это сложнее.
Ну, соцсети не последнюю роль как бы играют в рекламе и распространению, но в большинстве случаев как бы сарафанное радио рассказывает друг другу о том, что там, например, понравилось, кушает, говорит, расскажи, поделись, где ты берешь, и таким образом как бы у нас пополняется клиентура. Мы это делаем с любовью и удовольствием. Получаем удовольствие от того, что когда идет обратная связь, и она как бы положительная. То есть бывают разные моменты, но в основном это всегда большая часть это положительных моментов, что очень движет развиваться в этом направлении, двигаться дальше и расти. Кушая такую еду, ты окунаешься, возвращаешься, как бы тебе становится уютно, комфортно, наверное, тепло. Плюс как бы это то, чтобы ты привык. Это есть у нас меню, где можно ознакомиться с ним или выслать нам запрос, и мы отправляем меню. То есть пельмени, вареники, котлеты, налистники, отбивные, салаты, супы, торты, печеньки разные. Некоторые хозяйки, домохозяйки там, или женщины, которые работают, они делают запасы, то есть им проще, например, чтобы у них были полуфабрикаты, и они приходят домой, их разогревают там или доготавливают, и у них уже как бы они меньше тратят время на готовку, приготовление еды. В большинстве случаев, да, то есть есть распорядок, то, что нужно в течение дня отгрузить, как бы это готовится и отдается. То есть в большинстве случаев это свежее, заморозка только может быть наличие, как бы, а то, что продукты готовы к употреблению, делаются свежие. Да, можно написать в мессенджер, можно написать в Инстаграм, позвонить по телефону. Но это тяжелый бизнес. То есть он довольно-таки нелегкий, как бы трудоемкий очень. Ну, большие трудозатраты. Как бы в ресторан быстрее готовится, тут как бы процесс более другой. И объем другой получается. Как бы, ну, это если сравнивать, есть рестораны большие, какие-то сетевые, есть, например, небольшие. Тут все зависит от объемов, как бы, ну, такой процесс получается трудоемкий. Как бы, или приготовить порцию какой-то еды, или налепить килограмм тех пельменей, вареников, которые должны, или там их надо так же самое приготовить, либо заморозить. Постоянно спрашивают, как бы, особенно кто приезжает с других городов, иногда даже спрашивают в соцсетях, а вы там не доставляете туда-то или туда-то? Вот, как бы, было бы неплохо, если бы открылись бы в другом городе. Как бы, по поводу таких мыслей, как бы тут еще надо работать над тем, чтобы расшириться в самом Вроцлаве, а потом уже шагать дальше. Приехали изначально сразу только во Вроцлав, думали как бы, или рассматривали вариант, думали как бы нравится очень Краков, а Варшава не совсем. И узнали о Вроцлаве, как очень красивый, хороший город, уже родной. Любим Вроцлав, нам он очень нравится. Мыслей таких, как уже возвращаться, и нету. В первую очередь искать группы, форумы, которые там именно этой местности, куда планируют переехать, не бояться задавать вопросы, как бы, и максимально собирать информацию, там, сколько прожиточный минимум, какой район там благополучный или неблагополучный. Максимально собирать информацию, как бы делать статистику, например, плюсов и минусов, чтобы понимать, как бы. Ну и не бояться, то есть стараться быстрее адаптироваться, как бы не закрываться в своей ракушечке, а общаться, знакомиться, познавать что-то новое, учиться, развиваться.
Книги, рослини, портфелі, сумки та навіть електронні прилади. З тих дрібничок Вроцлавська галерея сучасного мистецтва, що знаходиться на залізничному вокзалі, планує збудувати скульптуру у формі локомотива. Заохочуть також ділитися своїми історіями міграції, які будуть представлені на фінальній виставці 18 лютого. То вистава, інсталація, якої помислодавчиня є Яєль Вішніцький-Леви. Є то інсталація інспірована wierszem Juliana Tuwima, wierszem Lokomotywa. Jael skupia się na dwóch obszarach. Jeden to jest obszar dotyczący migracji, podróżowania, a drugi to jest obszar dotyczący edukacji, ale też zdobywania doświadczeń poprzez właśnie migrację czy poprzez przemieszczanie się. Придатними будуть усі речі: валізки, книги, зошити тощо. Принести їх може кожен охочий до галереї сучасного мистецтва, яка знаходиться прямісінько на залізничному вокзалі. Залі або ж через формуляри на офіційному сайті закладу. Збір речей триває до 18 січня. Jeżeli to będzie kilka dni później, na pewno też weźmiemy je pod uwagę. Także zachęcamy do kontaktu z nami nawet po terminie 18 stycznia. Stworzenie całej instalacji zatrudnimy, współpracujemy z architektem, który będzie dbał o kształt tej instalacji. Oczywiście pracują nad nią również sama artystka i kuratorka Anna Mituś. Natomiast ostateczny wygląd tej instalacji lokomotywy będzie zależny od tego, jakie przedmioty uda nam się pozyskać, jakie przedmioty wybierzemy. Цікавлять організаторів також історії, які пов'язані з цими речами, або особистий досвід міграції. Своїми думками можна поділитися особисто на виставці 18 лютого, або ж надіслати свою історію в форматі аудіозапису до організаторів виставки.